не маленькие подметания и вручную, и не вручную, и кратность 4 раза в месяц. Вот я про сквер школьный начинаю говорить. Уже начались работы или еще не были? Начались работы. Теперь у нас очень большой объем вот этих общественных пространств. Подрядчик один. График уборки есть вот этих общественных пространств? Или они одновременно вот 5 числа, 15-го вышли сразу на все пространства? Или они сегодня школьные убирают, завтра яблочные убирают? Совершенно верно вы говорите. Задание выдается на неделю. Ну, понятно, что за один день все 11 штук охватить невозможно. Поэтому, ну, по значимости я считаю, что центр города и все, вот, которые на видных местах, в первую очередь должны убираться. Ну, и, да по... должны или убираются? Они убираются. Сейчас 11 это не 5 дней рабочих, 11 пространств, 5 рабочих дней или 6 работают. Это как минимум 2 недели нужно на то, чтобы нет, один нет, раз убрать. Но поселок Бур и поселок Строитель можно объединить в один день. Если там механическая и ручная уборка, в Бару можно подмести машинкой. Так можно или подметать? Так и делается. Там заложено механическая и ручная. Так и делается. А сквер яблочный только ручная. Только ручная. Но вы уже сейчас знаете на эту неделю, на следующую, в какие скверы пойдут на убирать? На эту неделю нам необходимо приготовить мемориал ВОП, скорбящая мать, вот эти вот места, где мы будем праздновать 9 мая. Я слава Богу. Еще многовато, еще 2 недели до 9 мая. Потом будет поздно. Нет, я понимаю, то есть те скверы и Рок-парк, Радуга детства, там еще какие-то школьные, они убираться не будут вообще эти 2 недели. А у нас кратность 5 раз, 4 раза в месяц. Я так понимаю, что вы говорите о другом, о том, что вы сейчас закладываете, а вот этого графика фактически... Ну, я просто, извините, что вас, то есть сбрасывается у нас есть группа. Нет, график у меня. Ну, вам хорошо, у вас есть группа, а у нас ее нет. И туда выкладывается график, я просто... Нет, графиков нет, даже вот раздаточного материала нет графика. Раздаточного материала вообще нет. Да, если бы они были, мы бы сейчас взяли бы и вопросы не задавали. Это же все-таки деньги. Конечно. Это же все-таки то, что вот чистота города, порядок в городе. То есть серьезный вопрос, может быть, как раздаточного материала вообще с вами. Доставьте график. Кто сейчас у нас предоставит графики, которые нас не устроят? А кто, вас опять собирает, что ли? Ну, там учтены все. Да нет, если будет график, у нас меньше вопросов, мы будем видеть, да, я там иду мимо того, я знаю, да, сегодня будет рок-парк. Все проблемы не собираются. Мы сейчас каждую неделю смотреть график по дорогам, не по общественным пространствам. Я в прошлом году, я ходила на сквер школьный, когда там непосредственно убирали. Вот я вам сказала, потом на следующий день пошли, и я прям с ними там стояла во время уборки, в сквере школьном. И мне бы хотелось и сейчас также понимать, когда будет убираться сквер школьный, чтобы я могла там побывать. Каждый день убирать 9 просто. И еще один момент по уборке листвы у нас возник вопрос. Нет, подождите. У нас в дефектной ведомости не написано, но в содержании договора написано. Работы по содержанию в весенний период. Пункт 37. В весенний период производится полная очистка газонов от опавшей листвы, мусора и вывоз их на специализированную площадку. Что такое? Это просто так написано. Ну, вы понимаете, что на это денег не нашлось. Александр Ильич, вы смотрите, первый класс, первая четверть. 11 пространств, да? 4 раза. Четыре раза в месяц. Это 44. Это... Раза надо выйти. Да. 5 рабочих дней. Получается, 9 пространств нужно убирать каждый день. Каждый день 9 пространств. Каждый день из 11. 9 надо убирать, чтобы убрать по 4 раза в месяц. Представляете, нужно... Это, вот это то, что вы написали в этом договоре.
Для каждого нет, день. Нет, очень все правильно написали. Вопрос другой теперь контроля исполнения. Да, ну, в смысле, навряд ли 9 подрядчиков, навряд ли подрядчик бы подписался бы под таким договором. Он когда подписывал, знал, что этого не будет делать. Вот я же хочу что сказать. Конечно, дай Бог, я это, ну, чтобы... Чурно тебе! Да, я, конечно, могу и заблуждаться, что все не так понимаю. Но он и не получит деньги за то, да что он не делал. Да все мы понимаем, но нам-то хочется, чтобы чисто, чтобы было.